Приветствую всех заглянувших. В этом видео я хочу показать и быстренько рассказать о своих книжных приобретениях, о книжных поступлениях, которые были сделаны мной в декабре месяце 2021 года. Здесь примерно около 70 книг, но я так читала, где-то 68-69 штук, плюс-минус, потому что у меня вечно все сбивается. Поэтому сейчас я быстренько расскажу и покажу про каждую. Ну и расскажу про те книги, которые прям были особо мной желанны и стали прям особыми-особыми в моей библиотеке в декабре месяце. Ну что, поехали? Я честно пыталась убежать от этого четырехтомника. И то первый том, и последний том, они довольно тоненькие по объему. При этом второй том, который состоит из двух частей, это какой-то ужасный ужас. Так вот, я честно пыталась убежать от этой книги. Но человек, с которым у нас совпадают литературные вкусы и мнению которого я очень доверяю, как только увидел эту книгу, сказал мне: надо брать. В общем, так получилось, что вот эту вторую часть мне ее подарили в двух томах, а третий том и первый том я приобрела. В итоге у меня быстренько образовалось полное, скажем, собрание. Только я не знаю, когда я это буду читать. Когда я это буду читать, может даже в 23-м году. Как-то я не очень вижу в 22-м году, что вот эту эпопею я осилю. Хотя, конечно, все может быть. Но пока я рада, что у меня, в принципе, полностью это произведение имеется. Адальберт Штифтер «Бабье лето». Здесь меня привлекла аннотация. И, кстати, очень интересное имя у писателя. Это австрийский писатель. Адальберт Даубери, и получается Альберт. А книга Гарина «Век Джойса», про Джойса и все, что с ним связано. Книга Леопольда фон Захер Мазоха «Коломейский Дон Жуан». Тоже у меня ее нет, поэтому взяла. Анри Карпиен, «История исламской философии». Здесь меня привлекло содержание очень интересное. В принципе, исламом и востоком я очень интересуюсь. Книга Райнера Марии Рильке «Дыхание лирики». И вот эту книгу Вальтера Беньямина я не очень хотела сначала брать, но мне тоже сказали: бери, бери. Потом я еще думаю: а что это он у меня такой знакомый? И знакомый, я уже дома стала смотреть. И в одном из шкафов обнаружила, что у меня этого автора про Франца Кафку имеется книга, поэтому я рада, что взяла. Одна из самых больших радостей декабря – это то, что у меня теперь появился второй том из четырехтомника Борхеса. Долгое время у меня жил только один третий том, теперь у меня есть второй. Осталось собрать и найти еще первый и четвертый, и у меня будет полностью собрание сочинений от амфоры вот в таком вот издании. Четырехтомник, надеюсь, в 22-м году мои мечты, посылы, то, что я сейчас посылаю во Вселенную, будут услышаны, и у меня уже будет полностью четырехтомничек Борхеса. Книга Карлоса Руиса Сафона «Лабиринт призраков». Это, по-моему, трилогия из серии «Кладбище забытых книг». Тоже мне рекомендовали этого автора. Ну, тут, конечно, и такое шикарное оформление обложки, да, книжное. Невозможно не взять. Вот.
Пока пусть полежит, я думаю, может, остальные книжки по дешевке, как говорится, найду, и тогда уже можно будет все полностью прочитать, не выдергивая, да, что-то из контекста. И книга Дмитрия Олейникова, биография Авраама Линкольна. Я когда-то вкратце читала его биографию, и, в принципе, его биография – это такой пример человека, да, который много раз падал, но всегда вставал и поднимался. Такая птица Феникс, поэтому, конечно же, биографии таких незаурядных людей, они всегда вдохновляют и всегда поражают. Поэтому, конечно же, не могла не взять. Вот эту книгу Хайме Манрике мне Ульца Сервантеса мне порекомендовал тоже один очень хороший человечек. И я ее приобрела. Книгу Тома Риеса «Ориенталист» — это беллетристика про одного из писателей Курбана Саида. И книга одного из моих любимых писателей Орхана Памука «Другие цвета». Такой еще книги у меня не было. Книга Сельмы Лагерлёв «Марбака» — это ее биографическая книга. Книга Жака Эрса «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи» 1920 по 1520 годы. Конечно, хотелось бы почитать жизнь папского двора во времена жизни королевы Кристины, королевы Швеции, потому что, когда я читала книгу из серии «Жизель» про королеву Кристину, там были довольно интересные и любопытные факты, которые были, конечно же, освещены вскользь, и мне хотелось бы углубиться в эту тему, но, думаю, и эта книга приведет меня в неописуемый восторг. И книга чилийского литературоведа Тельтельбойма «Два Борхеса. Жизнь, сновидения, загадки». Ну, здесь все понятно из названия. Это книга «Исследование жизни» одного из моих любимых писателей Борхеса. Еще две книги Карен Мюллер «Вкус листьев коки» и «Мутные воды Меконга». Вот, кстати, «Вкус листьев коки» больше всего хотела прочитать, при этом у меня еще есть ее книга, купленная раньше, «Год в поисках Ва» или что-то такое, про ее путешествие из жизни в Японии. И я очень рада, что еще две книги попались. Еще бы время выбрать все это прочитать. Кстати, «Год в поисках Ва» у меня тоже до сих пор не прочитанная. А очень рада, что не торопилась и не заказала себе книгу из серии ЖЗЛ про Кнута Гамсуна, а в итоге мне попалась за смешную цену книга самого его сына «Кнут Гамсун, мой отец» Туры Гамсуна. Думаю, это даже интереснее, чем книга из серии ЖЗЛ. Книга Олдоса Хаксли «Слепец в Газе». Такой у меня еще нет. Книга Марио Варгаса Льоса «Разговор в соборе». И книга Симона де Бувуар «Неразлучные». Симона де Бувуар очень люблю. Но вообще все три представленных писателя мои любимые. У меня очень много любимых писателей. А на 22-й год очень хочется прочитать. Если не прочитать, то хотя бы приобрести трехтомник автобиографический Симоны де Бовуар и прочитать когда-нибудь. Такие планы. Планы. Книга Томаса Манна «Избранник», книга Дилана Томаса «Приключения со сменой кожи». Кстати, у этого автора жизнь довольно рано прервалась, и тоже биография довольно занимательный, это американский писатель. Ну и Хосе Ортега и Гассет, это «Этюды об Испании». Такой книги у меня еще нет, поэтому, конечно же, я не могла ее не взять. Чтобы не затягивать видео, я, наверное, буду уже побыстрее обо всем рассказывать. Книга Федора Августовича Степуна «Жизнь и творчество», то есть основные его социальные произведения, биография. У меня что-то из него было, по-моему, «Чаемая Россия», я читала, мне очень понравилось.
биографии серии «Жизель» Натальи Михайловой, Василий Львович Пушкин, книга Томаса «Вкушая Павлову», это книга про Зигмунда Фрейда, тоже мне показалось интересным. Книга Райта «Географические представления в эпоху крестовых походов». Вот эту книгу я взяла Августа Стринберга «Игра снов», избранная. Я взяла по акции. Эта книга была списана из библиотеки, причем меня поразило, что никаких библиотечных отметок нет. В общем, в декабре в Москве проводилась акция. А вот, вот здесь только есть, что это библиотечная книга. Вообще она в идеальнейшем состоянии, конечно. Так вот, в декабре в Москве проводилась акция, и списанные книги можно было забронировать, забрать из библиотеки книги, так, на выброс. Вот, и я разжилась несколькими экземплярчиками. Этот один из них. Так, и книга Сёрена Киркегора, это его биография. Читала у него «Долг и наслаждение» или «Наслаждение и долг». В общем, что-то такое, очень понравилось. Странные книги. Книга Адольфа Мужга «Счастье Зуттера». Не особо вдохновляющая аннотация, как и здесь, кстати. Ну, прочитала пару страниц, понравилось, просто наобум открыла в середине и решила брать. Книга Макса Галла, это французский писатель, тоже «Кортеж победителей», непонятная аннотация. Но понравилось, как пишет, и тоже с парочкой страниц ознакомилась и решила, что, возможно, очень понравится. И книга Мэри Стюарт «Терновый обитель», здесь привлекла аннотация. Но я и решила, что это такое будет развлекательное чтиво для разгрузки мозгов. Так, биография Навалиса, Тувы Янсен. Здесь две ее работы. «Дочь скульптора» – это автобиографическая повесть, и «Великое путешествие». И Дава Собел, или Собел, «Дочь Галилея», «Беллетристика». В общем, изложение жизни, да, Галилея, ну и, в общем, что-то такое историческое и интересное. Показалось интересным, поэтому взяла. Недостающая книга Орхана Памука «Рыжеволосая женщина», ее тоже у меня не было. Книга Жозе Сарамаго «История осады Лиссабона», показалась интересная аннотация. И Роман Гари «Большая барахолка», взяла тоже бесплатно. Ну, тут видно, что она библиотечная, а здесь отметок нет. Вот здесь зато видно, что это библиотечная книжка. Вот. Тоже нету этой книги. Единственное, что тут корешок кто-то подклеил, но за бесплатно пойдет. Иван Шмелев. Это три тома из его пятитомника. Ну, как пятитомник. Там должно быть 8 книг, как я поняла. 5 основных томов и плюс 3 дополнительных. Вот тоже по акции списанной книги. Я забрала 3 тома. Том 3, том 5 и, по-моему, 4, что ли. Нет, том 2. То есть, получается, мне не хватает 2 томов и 3 дополнительных. Давно хочу, люблю, в общем, Шмелева. И хотела бы его собрание, но его продают по каким-то бешеным ценам, которые меня останавливают прям так сильно, прям, точнее, останавливают мое желание прям сильно-сильно приобрести, поэтому пока буду довольствоваться этим трехтомником, может, подешевле приобрету недостающие тома, как-то вот посмотрим. В общем, пока у меня есть вот эти 3 тома, они греют душу. Ну, уже хочется ускориться, поэтому быстренько. В соавторстве Виктор Лазарсон, Тамара Лазарсон-Ростовская, «Записки из Каунасского гетто», это про Вторую мировую войну. Аластер Грей, «Бедный несчастный», по-моему, шотландский писатель. И заинтересовала, в общем, аннотация. Книга Хуана Марса «Чары Шанхая», тоже заинтересовала аннотация. Стивен Кинг, «Мертвая зона». Мне, кстати, в общем, я его еще ни разу никогда не читала, и так как
очень много кто пищит о своей любви к нему. Я решила попробовать. Это один из его ранних романов. Мне, в принципе, один человечек советовал, что если будешь читать Кинга, пробовать книга, то нужно читать его именно раннюю прозу. Вот, поэтому, взяла «Мертвую зону», там посмотрим. Не знаю, когда я приступлю к нему, доберусь до него. Нил Гейман «Океан в конце дороги». Здесь привлекла меня аннотация про мальчика книжного червя. Любимый Питер Акройд Чаттертон. Этой книги у меня его еще нет. Милан Кундера «Вальс на прощание». Этой книги тоже у меня не было. Книга Джона Фауза «Любовница французского лейтенанта». Четвертое, кстати, произведение, которое у меня будет этого автора. Гомер «Илиада». Аретино. Рассуждение. В общем, он когда-то был запрещенный в свой век, в тот век, в который он жил, обнажал дурные нравы Италии. В общем, показалось интересным, взяла. И «Княжна Мария Васильчикова», «Берлинский дневник», 1940-1945. Ее воспоминания, т.д. и т.п., мемуары. Я такое люблю, поэтому взяла. Только говорила, читая в декабре «Девушку из Золотого Рога», что хотелось бы прочитать «Али и Нино». И «На ловца и зверь бежит» действительно. Это произведение Курбана Саида меня очень притянуло. Конечно же, я не могла мимо пройти. Также это мне уже сказали, надо брать. Паскаль Киньяр, «Карус» или «Тот, кто дорог своим друзьям». У меня уже есть одна книга этого автора. Теперь вот уже вторая. Опять начинаю коллекционировать, я так понимаю, как Фаулза. Наверное, когда штуки 3-4 наберу, я к нему обязательно приступлю. Возможно, и раньше. Но аннотации действительно интригующие. И плюс мне же один человек говорит, тебе понравится, будет твоим любимым автором, одним из любимых. Как тут не брать? И «Тайная жизнь Сальвадора Дали» написана им самим. Сальвадора Дали очень люблю, поэтому, конечно же, мимо такой книги и по такой низкой цене я просто не смогла пройти. Книга Андрея Волоса «Возвращение в Панджрут». Это беллетристика на основе биографии персидского поэта Рудаки. Один из любимых поэтов, поэтому, как увидела книгу, хорошо, что я аннотацию прочитала. И в итоге она моя. Так, книга Саши Соколова «Палисандрия». Тоже слышала много положительных отзывов о его творчестве, но я скептически отношусь к современным российским писателям. Я с ними не особо дружу, скажем так. Но тут я решила перебороть себя и просто открыла в конце, что ли, книги, и прочитала буквально несколько строчек, потом еще несколько строчек. В общем, мне понравилось, как пишет автор, его язык. Я даже не читала аннотацию, просто взяла. Надеюсь, мое чутье меня не подведет. И такая литературоведческая книжка, английская литература 20 века и наследие Шекспира. Так, книга Жана Ануя. Здесь три его произведения. «Пассажир без багажа», «Дикарка», «Эвридика». Кружков, его книга о Йеатсе Уильяме. Кстати, довольно толстенькая. Будет интересно прочитать, тем более, что я тоже очень люблю. И книга Власова и Власовой «Маннергейм и Польша». Так, «Маннергейма» я тоже очень люблю, поэтому взяла. В принципе, это все мои приобретения, которые были сделаны в декабре месяце. И надеюсь, в январе будет поменьше, потому что действительно что-то я последний, точнее, в 2021 году я очень много приобретала. Книг много не бывает. И, наверное, самое главное, чтобы было место, где их можно хранить. А все остальное это уже такое, как говорится, каждому свое. Если человек счастлив, почему бы и нет? В принципе, это все, что я хотела сказать в формате этого видео. Желаю всем всего хорошего.
И, конечно же, до новых встреч!